Берндален. Уже 10 лет испытываю проблемы с сердцем. 3 апреля 2018 года, 16 часов 15 минут. Другие, биатлон. Норвежский биатлонист Ульрина Берндален, сообщивший 3 апреля на пресс-конференции о завершении карьеры, рассказал об участившихся проблемах со здоровьем. С 2008 года я испытываю проблемы с сердцем, у меня хроническая аритмия, в последний сезон она стала более серьезной и тревожащей. У меня возникали проблемы во время тренировок и подготовок к гонкам. Будучи профессиональным спортсменом, я должен обращать внимание на такие вещи, даже если они не представляют опасности для жизни. Неоднократно я злился из-за того, что не мог тренироваться на необходимом уровне. В результате я приезжал на соревнования, хотя не вышел на нужный уровень подготовки, я не смог попасть в сборную на Олимпийских играх, цитирует Бьёрндален nrk.no. Также спортсмен признался, что у него возникли сложности с желудком, которые также мешали эффективно готовиться к соревнованиям. Уже на протяжении 10 лет у меня регулярно бывает изжога и кислотный рефлюкс, я никогда никому не говорила об этом. Несмотря на то, что мне удалось приспособиться к болям, я так и не смог решить эту проблему, добавил норвежец. Берндален прошлым летом перенес два приступа мерцательной аритмии.